Apex, забери свой выигрыш. В игре высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Играть тут проще простого. Делаешь ставку, и как только коэффициент пошел вверх, тебе решать, когда выйти из игры. Можно играть более осторожно, либо довериться интуиции и забрать крупный выигрыш, пока шкала не остановилась. Также есть функция автовывода при заданном коэффициенте. У них множество положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Кстати, если хочешь получить бонус, то переходи по ссылке в описании и получи бесплатную игру в подарок. А я ушел и перцы. Йоу. А, чуваки, короче, хуевая новость. SoundCloud удалили, короче, трек «От любви до боли», поскольку бит был с Ютуба. Вот. Сделаю ремейк на этот трек, напишу сам бит с чуваками и перезапишу его, и по новой дропну. Вот. О, ебаная, моя любимая, нахуй. Смотри, брат, сейчас тут будут пизды. Бейс-босс, будут нахуй пиздюли, блядь. Кто ко мне в трансляцию? Кто ко мне в трансляцию? Я лечу. Кто первый напишет «я», того и добавляю. Шо нахуй? А чё тут нету сундуков? Какого хуя? Бывает, брат. Привет, Дори. О, армор. Я. Чё тут нахуй не до сундука нет? Витол я. Бля, как тебя найти теперь, пиздец? Бля, хуёвая идея была, короче. Я ебу, как найти теперь. Вот. Вито. Короче, хуй знает. Пацаки там уже до повсюду. Ладно. И там пиздец, и тут пиздец. Ебать, что делать-то? Давай ты. Выпал к сыну льде. Есть ствол? Нихуя, да? Летим дальше. Ты чисто сам собой висишь, да, ебать? Да. Блять, я не могу найти себе ствол, брат. Они все тут уже все перерыли, нахуй. А я приземлился. Я уже все, я уже, бля, не пишу биты. Точнее, не пишу рэп на биты с Ютуба. Заебался, типа, этим заебался. Пишу биты. Ты ответил на вопрос, старик, как это или нет. А, кстати, да. Все, что пишут в интернете, что я битмейкер, это все пиздец, что никогда не писал биты. Не умею их писать. Бля, они не подключаются, хуй с ней, короче. Могу проспойлерить вам, я, короче, пишу альбом, и он будет, нахуй, просто... Ебанутый, нахуй. Будет просто, сука, сумасшедшая, блядь, дерьмо. Наконец-то, блядь, хоть что-то взял, пиздец. Я курю, блядь. iTunes, блядь, iTunes, будет, слушай, будет. Надо потерпеть, чуваки. Валера Тулип — это лучший тип. Пьяный битмарь. Бля, он не потух. Shout out my белый нигер. Валера Тюльпан. Go shine. Я пробил уши, кстати. А что вот это за хуйня? Она тебе фул типа выполняет. Да, да, лучше попозже въебать или еще раз? Да похуй. А вон еще одна такая. Тебе все равно разъебут. Пошёл ты, чувак! Бля, как относится к фейсу? Чуваки, вы не заебались задавать эти вопросы, блядь? Мне кажется, блядь, это поколение уже вымерло, которое задают, блядь, вопросы, как относишься к тому, как относишься к этому.
полный бред. Нормально я отношусь к Фейсу. Бля, ну ты... Я хотел показать, как я классно иногда умею застраиваться, и нихуя не вышло. О, у меня концерты там в Москве, в Питере будут. Пей эту хуйню, она тебе пополнит хп. Концерты будут в марте в Питере и Москве. Ну вот. Бейсу привет, ёпта. Порма Джи. Подписывайтесь на моего брата. Порма Джи? Тарпор. Порма Джи. Тели Джи. Ой, ты так залупа, да, под себя кидаешь и заебись, да? Какая, да, да. Братан, только не надо под себя залупу кидать. Fuck 12, fuck 12. Смотрите, какие у меня кроссовки охуенные. Просто пиздец. Это кожа, блядь, зебры, нахуй. Белые первые роки, ха, играю в Xbox, бля, ха. Привет, Ваня Акура, мы с тобой друзья, ага. Слышишь, бля, братан, а, залетай в эфир, а, ща добавлю тебя, а, ты мой, бля, братан, а, войти в эфир, а, Ваня Акура. Привет, бля, братан. У, бля, бля, у, бля. Бля, у. Бля, у. Как там, смотри, смотри, как делает трипперет, я выучил. Смотри, раз, смотри, два. Потом так, оп, и там. Трейвей, братан, трейвей. Трейвей. Это реальное дерьмо, чувак. Играем в Fortnite 24 на 7. Играю в Fortnite, ёпта. Играем в Fortnite 24 на 7, курим майкосы, пробиваем уши, пробиваем нос. Вейп или айкос? Братан, понятное дело, блядь, вейп. Шо? Не брат, ты мне шо ты? Вань, шо ты говоришь, брат? Да шо я, бай, хожу, блядь, в квартире. Хожу по хате. О, привет, привет, привет. Здравствуйте. Твой кореш? Здравствуйте. Что это? Ты кореш. А что играешь? В рэп-игру, братан. Зачем? Да, блядь, чтобы заработать миллион долларов. Блин, опять ты за денег играешь в игры. Зачем ты это делал? Зачем ты это делал? Бля, ну не я такой, жизнь такая. Чья матерщик? Бля, ты мать. Есть такая проблема. Мы сидели, слушали музыку какое-то время, и я не понимал текста. А, бля, в чем припев? На трек, который я с Ваней хотел сделать? Ну, типа того, да. Это мать его. Ну, я понял, что это смешно, это прикольно просто. Бля, ну там, короче, Dark Shit, типа. Ну, я же говорил Dark Shit. Точно? А бля, вы в натуре не выкупали? Или... Не, я думаю, нифига себе жестко. Вот это... Бля, бля. Я думал, вы орете типа так. Это реально круто. В меня сон. Когда Петя про ЕГЭ будет? Пишут, когда фит Акула и Морти. Это этот кислотный диджей Акула, который... Акула. Бля, братан, хочешь повыкупать мои носки? Нихуя, смотри, с гербом. Нашим, нашим. Знаешь, что это значит, братан? Тут написано АСУ, Ассоциация скейтбординга Украины. Нихуя себе, блядь. Кто придумал вообще? Да это чуваки, короче, с Киева, типа, которые трушные скейтеры, занимаются всякой хуйней по скейтбордингу. Вот. Бля. В Украине. Я думаю, набить себе, слышишь, на лице герб Украины. Вот тут под глазом. Такой, типа, в меру. Вот, да, было пиздато. Чё, ты брашку собираешься? Брат, ну пока что хуй знает.
Пока что хуй знает, пока что. Они везут тебя, мэн. Я уже, наверное, не буду выезжать. У меня же, типа, уже сольные концерты в Москве в марте будут. Вот. Я не выезжаю. В Олимпийском? Да. Это самый большой клубешник, типа. Это стадион, да? Угу. Ну, а что, слышишь, выпиши приглосы. Мы приедем. Конечно, брат, ты что, гонишь? Вообще изи. Все будет. Сделаем все как надо, брат. А то там какой-то репост надо показать на границе, я не понял, что там за репост. А, в смысле, в Украину? Ну да, типа. А, блядь, думал на концерты. Репост, чтобы в Украину уехать? Ну там какой-то приглас, репост, я не понял. Репост, сделай репост, чтобы уехать. Я вступил в группу Украины, но я не понял. Бля, братан, ну... Да ладно, какой, реально приглас нужен, чтобы поехать в Украину? Да, мы же русаки. Бля, а чё мне туда, типа, можно въезжать в Рашку? Ну, потому что ты не русак. Ну, бля, я ж с Украины. Ну, так это Европа. Мы хохлы. Бля, ну, короче. Короче, хуй знает, надо как-то размутить просто. Так ты хочешь приехать, реально? Ну, я бы реально приехал. Приглас выпишешь, деньги такие скинешь, чтобы ошибаться. Скинь мне приглас на Киев. Я не знаю, я узнаю, типа, но... По-моему, если лететь, то, бля, нужен только загранник и все вроде. Ну, загранник у меня есть. Ладно, я узнаю, типа, у кореша, и, типа, если что, тебе черкану. Ну, давай, если что, толпой прям. Потому что этот Тихон говорил, что что-то будет у вас какие-то эти фестивали, там, не фестивали. Кто говорил? Тихон. Что за Тихон? Тихон Бойко. Бля, это чел, блин. Пусть знает, это. А, бля, ну, короче, я узнаю сейчас. А у тебя будет в этом, в Украину? Ой, в Украине что-то? Ну да, конечно, у меня вот концерт через 2 недели в Киеве. Бля. Да. Ой, большой сольный концерт, ёпта. Да ладно, а кто на разогреве? Мой братик Бейсбосс. Салют, чувак. Еще пару чуваков там. Вот. С Украины, хохлы. Как ты любишь. Диджей Симбиотик будет петь? Диджей Симбиотик мой, блядь, диджей и бэк-вокалист, братан. Бэк-эмси. Он будет типа вот этот вот, эй, малышка, куда мы с тобой катим? Брат, а ты выкупаешь его треки, когда он был в Acid Flicker Family? Которая арабская сальса вот эти? Да. Да, чувак, да. Я помню, был что-то полотенчик, что-то там, блядь. Братан, у него же альбом скоро выйдет, он называется «Соски свиньи». Братан, нет, там... Это его новый псевдоним, вроде бы, братан. Это короче, поебать, там есть трек на альбоме, он называется «Въёб на улице вязов». Въёб? Да, типа, у нас просто въёбывают, понял, часто, типа, ну, мусора, типа, и... Что назвать так трек, типа? Въёб на улице вязов. Да тут полный, да... Это мать его торчит, ебать. Это мать его торчит! Да, надо перезаписать, там реально непонятно, я слушался. Но... Не, я думал, Dark Shit или Dark Shit. Типа, Dark Shit, да, там. Ну там в демке, потому что, типа, ну так. Ладно, ну я, блядь, с этим треком пизду такое дело. И, братан, мне еще битов скинули, короче, давай, блядь, активируемся и начнем. Вот кидай, кидай, бля, рэпа навалим. Да, да, ежи, брат, ежи. Я уши проебашил сегодня. Это чё, Diamonds? Shine like a diamond. Это типа Тимати в 2014? Братан, какой Тимати? Присмотри внимательно. Eminem. Да. Йоу, да, брат. Чё? Да, на студии. Ваня в текстуре, блядь. Вернись. Всё, заебись, я тебя жду, брат. Ваня, ты в текстуре, вернись, пожалуйста. О, привет. А где тут картинг, слышь, взять? Я хочу картинг взять. Тут нет. Это картинг? Нет, чувак. Охуеть, нахуй ты тогда эту площадку изучаешь. Ай, да ну. А ты можешь привет за бабки передать? Конечно. Только если это твой друг какой-то хороший очень. Не, мои друзья не хотят привет. Твои друзья не хотят привет от грязного Морти? Я спрашиваю.
Сделай опрос. А Dirty Monk, слышь? Да. А что за история, типа, Dirty Monk в Москве, когда Текаши приехал, типа, он в бандане Крипс пришел? Ага, не, бля, в натуре, я не знаю. Мне кто-то рассказывал, типа, да, что там это... Dirty Monk пришел на Текаши в бандане Крипс. Бля, чувак, он типа... нихуя себе, ебать. Он типа жестко перевыкупил, понимаешь? Тупо хотел пострелять со ствола в секс-найвер. Мне кажется, у него, типа, знаешь, когда этот, не шизофрения, а когда ты, типа, в другом мире живешь. Астрал. Вообще все другое, блядь. Спайс-мир, чувак. Под спайсом просто. Чисто в VR живешь. Ух. Бля. Так а вы же в Питере? Вы в Питере? Да. Я собрал рок-группу. В натуре? Да. Ты теперь рок будешь читать? Значит, я хочу альбом записать, называется «Алкогольная интоксикация». А, бля, я видел. Бля, жестко. И там будет имена. Ну, там... Да? Там будет типа «Это мать его торчит! Это мать его торчит! Морти аккуратно, на!» Нормально, ты зафристулил. Слышишь, я говорю? Что? Возьмешь на фит, я заплачу. Ну, 1000 баксов на Киви. Да изи, братан, как нехуй, смотри, вот так. Можем EP на 7000 долларов записать. Можем что? EP-ху за 7000 долларов записать. О, что это хуйня, брат? Ой, бля... Смотри, какая у меня студия, чувак. Охуенно студия. Прикольно. Да, мы тут вот, мать его, торчим. Живешь на студии? Тип сидит тупо играет. Open Joy, бать. Ну, купаешь, я жесткий задрот в Fortnite? Все рэперы играют. Я профессионал, да. Что лучше, винтовка или дробаш? Конечно, дробаш. Ничего, вот так и оставь. Не знаю, нахуй. Йоу, Ванёк, брат. Чё? Говорю, давай тогда, братан, на связи. Давай, давай, пишу. Давай, братик, обнял. Деньги. Давай, брат. Все, поехали лопот ломать. Альбом протеже, coming soon, bitch.